нашей церкви дорогой гость. Днеска в нашата църква имаме скъп гост. Мы когда-то примерно в одно время уверовали. Някога ние заедно с този човек сме повярвали в Бог по едно и също време. Это было в 91 году. Това беше през 91 година. Я уверовал в апреле месяце. Аз повярвах в през април месец. Чуть позже выйдет человек, который очень похож на меня. Малко по-късно ще излезе един човек, който прилича на мен. Не удивляйтесь. Така че не се шокирайте. Чуть постарше меня. Малко по-възрастен от мен. Думаю, мы так похожи, потому что у нас один духовный отец. Мисля, че ние така се приличим, защото имаме един духовен отец. И его звали Ю Джозеф. Той се казваше Ю Джозеф. Он прилетел в наш город из Лос-Анджелеса. Той дойде в нашия град от Лос-Анджелес. И через него мы поверили. И через този човек ние повярвахме. 4 августа 91 года мы вместе приняли водное крещение. 4 августа 91 година ние заедно сме имахме водно кръщение в реке под названием Иртыш. В реката, която се казва Иртыш. Мы из города Караганда. Ние сме от град Караганда. Не зря этот город называют столицей верующих бывшего Советского Союза. Има причина, защо се казва столица на вярващите. Потому что в этом городе когда-то было репрессировано практически все христиане. По едно време в този град имаше репресия за всички християни. И когда они освобождались и выходили из тюрем, и когато те са излизали от затвора и са били свободни, они основывали церкви. Те са правили църкви. Чуть позже церковь Грейс, так называлась эта церковь. Малко по-късно църквата Грейс. Построила самое на пожертвование, построила самую большую церковь на весь бывший Советский Союз. С парите, които са събрали, са построили най-голям храм, най-голяма църква в СНГ. Да, на 5000 человек. За 5000 души. И через какое-то время эта церковь была вся наполнена. И малко по-късно цялата църква беше наполнена с хора. Это одна из самых больших церквей. Това е една от най-големите църкви, которая в этом городе насчитывает более 3000 человек. Която е повече от 3000 души. До 30 тысяч верующих по всей Карагандинской области. До 30 000 души по цялата област Караганда. И лично этот пастор основал более сотни церквей. И лично този пастир е поставил над 100 църкви. Уже по всему миру. Вече по целия свят. Итак, я представляю. Искам да представя. Пастор церкви Грейс. Пастор на църква Грейс. Международна църква Грейс. Международна църква Грейс. Анджелес Глория. Анджелес Глория. Of God. Лос-Анджелес. От Лос-Анджелес. США. United States America. Да. Ким Дэвид. Давайте Ким поприветствуем. Добро пожаловать. Я пока... Нелли, малку чакай, малку. Еще одного человека хочу представить. Искам да представя още один човек. Это семейная пара, которая первая приняла бракосочетание в нашей церкви. Това е семейна двойка, която е първа в нашата църква. Они принесли нам сегодня будущего апостола Павла. Да, те са донесли бъдещия апостол Павел. И пастор Дэвид за него сегодня помолится. Пастор Дэвид ще се моли за него. Если вам не трудно, давайте мы все встанем. Ако не е трудно, нека да станем всички. Почему? Защо? В одном классе преподаватель... В един клас учителка... Когда заходил в класс... Когато е влизала в клас... Он всегда кланялся то ученикам. Винаги се покланял към учениците си. И говорит, быть может кто-то из вас... И казвала, може би някой от вас станет великим человеком. Ще стане велик човек. Из этого класса вышел Мартин Лютер. И от този клас е произлязал Мартин Лютер. Отец реформации. Отец на реформацията. Поэтому я кланяюсь этому маленькому. Това се покланям на това малко момче. У него великая... У него имя великого апостола Павла. То има имя на великий апостол Павел. И пусть это помазание придет на него. Нека това помазание благословение да дойде върху него. Моего старшего внука тоже зовут Павел.
Моя повозрастная внук също се каза Павел. Ему, правда, уже 18 лет. Той на 18 години вече. Но он уже служит тоже Господу. Но той също вече служи на Господа. И является лидером восхваления во второй церкви. И е лидер на хваление. Давайте мы прострем руки на него. И пусть все самое лучшее от вас придет на него. Нека всичко най-доброто от вас. Самое главное от Господа. Най-важно от Господа. Отче Святый, Отче Святый, мы благодарим Тебя, благодарим за эту возможность послужить этому дитю, за тази возможность да служим этому на Сыну дете, Божьему, на този сотворенному Син Божий, по образу и подобию Твоему. Сотворен по образу и подобию Бог, Твоему. Я прошу Тебя, Бог, аз те моля, дай мудрость Божью, дай ему мудрость его родителям, на негото родители, чтобы они воспитали его, да го воспитат по Слову Божьему, по Твоето Слово Божие, чтобы эта мудрость почила на их головах, за да тази мудрость да бъде, чтобы с самого голове, раннего детства этот возраст, Павел искал прежде Царство Божие, този Павел да търси правды Твоей, Божие, остальное истина, ты обязательно все приложишь, останало, пищу, приложишь, питье, одежду, храната, во что одеться. И пусть Павел станет сыном по сердцу Твоему. Нека Павел да стане сына по сердцу. Открой твоему небо над ним. Утвори небесата. И пусть все благословения изольются на него до избытка, чтобы он рос в вере, чтобы он был благословением для его дома, для всей семьи, для города, для всей страны и для всего мира. Пусть эти благословения придут через него на все народы, Господь. Дай его доме, в семье мир, радость, любовь и покой. Сделай его прекрасным сыном, прекрасным мужем, прекрасным отцом, мой Бог. Пусть, Боже Святый, через него являются все твои благословения. Благослови его при входе и при выходе, в городе и на поле, житницы и кладовые, все дела рук, Господь, чтобы он всегда был на высоте и не был в низине, был головой и не был хвостом. И пусть он всегда являет образ и подобие Твое. Благослови его всеми благословениями во имя Иисуса Христа. И все сказали аминь. Слава нашему Господу. Слава на Бога. Окей. Присаживайтесь, пожалуйста. Сядайте. Возможно, вы уже видели этот клип, эту притчу, но я хочу показать вам. Возможно, да сте видели вече тази клипчето с притчата. Фактически, это вся проповедь. И сега ще изпробвам и това. Если Бог позволит, я немножко добавлю к этой притче. И ако ми позволите, ще добавя още нещо към тази притча. Давайте мы ее посмотрим. Притча хайде, называется хайде, «Орел погледни в курятнике». Орел в курник. Притча «Орел в курятнике». Однажды высоко в горах из гнезда орла скатилось в долину одно яйцо. Его подобрал фермер и, принеся его домой, подложил в сарай своей курицы-несушки, высиживающей яйца. Курица, ничего не подозревая, принялась его высиживать вместе с другими куриными яйцами. Знала бы она, что это за яйцо, бедная наседка и не подозревала, что оно орлиное. Вскоре появились цыплята, и одновременно с ними из яйца вылупился и птенец орла. Как же он отличался от остальных цыплят? Он был совсем другой и по своим размерам, и по окраске, и по строению тела. Мой цыпленок какой-то уродливый, с грустью заключила курица. Шло время. У орленка возникло множество житейских проблем. Его крылья, клюв, когти все продолжали расти. Это было действительно странное существо на птичьем дворе. Его неуклюжая походка вызывала смех даже уходивших в развалку уток. Когда он принимался клевать корм, у него ничего не получалось. Его клюв был явно не приспособлен для питания зернами. Сидя, как все куры на насесте, он испытывал мучения из последних сил, удерживая равновесие. Настал срок ухаживания. Но ни одна молодая курица не хотела быть рядом с ним. Они смеялись, когда этот странный чудак пытался подойти к ним
и немного поболтать. А юные петушки все время норовили клюнуть его. За ним закрепились клички: позор птичьего двора, крылатые чудовища и ненормальные. Однажды он увидел высоко в небе красивую птицу. Она грациозно парила, широко расправив свои мощные крылья. Конечно же, все петухи и куры в ужасе попрятались под деревья. И хотя юный орел поступил, как и все, он старался не потерять из вида ту удивительную птицу в небе. «Какая она красивая!» – прошептал он. «Столько силы и изящества, столько грации в каждом взмахе крыльев, в каждом движении!» «Это орел, самая могучая небесная птица», – сказала курица-мать. «Как мне хочется быть похожим на нее!» – с замиранием сердца проговорил молодой орел. «Ну вот еще, выбрось из головы эти глупости! Ты просто курица, да еще, ко всему прочему, ненормальная!» – в сердцах проворчала мамаша. «Да, так оно и есть», – с грустью промолвил ее сын. Друзья, согласитесь, орел, постоянно принимающий себя за курицу, является собой жалкое зрелище. Когда слышишь подобные истории, так и хочется, чтобы кто-нибудь ворвался в этот затхлый курятник, вытащил оттуда молодого орла, научил летать и сказал бы ему, что он не курица, а настоящий орел. Прошли годы, и этот жалкий орел, принимающий себя за курицу, так бы и умер от старости на птичьем дворе, если бы не одно чудесное событие. Однажды в вышине небес над куриным двором появился могучий грациозный орел в поисках пищи. Паря высоко в небе, он уже был готов спикировать вниз, чтобы выхватить добычу пожирнее, как вдруг увидел то, что заставило его не поверить своим глазам. Среди куриц гулял и наш знакомый орел во всем своем великолепии. Но куры его совсем не боялись. Более того, иные задиристые петухи даже отгоняли его от молодых курочек. Царь птиц, забыв о еде, спикировал на куриный двор и приземлился рядом с молодым орлом. Тот, видя и слыша, что куры мечутся в поисках спасения от этого ужасного небесного монстра, как кричали они, припал к земле в надежде, что могучий орел не обратит на него своего внимания. Однако тот во мгновение ока приземлился именно рядом с молодым орлом. Боясь открыть глаза, несчастный забормотал: «Пожалуйста, позвольте мне вернуться к моим сородичам». Но мудрый орел схватил его когтями и поднял высоко в небо. Молодой орел даже и не пытался вырваться. Он без всякого сопротивления прощался с жизнью. И тут старый орел разжал когти и выпустил его. Молодой орел камнем полетел вниз, кувыркаясь в воздухе и роняя перья. Как вдруг под воздействием силы мощного потока теплого воздуха, исходящего от земли, его крылья расправились, и он почувствовал, что падение прекратилось, и какая-то неведомая доселе сила поддерживает его. Он рискнул открыть глаза и увидел всю землю от горизонта до горизонта. Молодой орел увидел под собой и свой крохотный курятник, который раньше он считал всем миром. Старый орел грациозно спланировал поближе к нему и сказал: «Лети за мной». Они спустились на берег ближайшего горного озера, которое было как чистое зеркало. И молодой орел впервые увидел в воде свое отражение. Он был буквально поражен тем открытием, которое так внезапно ворвалось в его жизнь. Оказывается, он не курица, он настоящий орел. Это было внезапной трансформацией всего его сознания и понимания мира.
то самое мгновение, как молодой орел увидел, кто он такой есть, из его груди вырвался громкий орлиный клёкот. И вся долина эхом отразила его. Он никогда раньше так не кричал, потому что всегда считал себя курицей и никогда в этом не сомневался. Старый орел, глядя на молодого, сказал: «Мой друг, моя миссия выполнена. Теперь все зависит только от тебя. Хочешь ли ты вернуться обратно в курятник и остаться курицей, птицей земли, или пожелаешь отныне стать орлом, царем птиц и небесной птицей, зависит от твоего выбора». Друзья, если смотреть поверхностно на вещи, то, казалось бы, курица и орел чем-то похожи, ведь куры, как и орлы, тоже птицы. Однако это совершенно разные птицы. У них разные жизненные ценности, разные приоритеты и разные предназначения. У кур нет в жизни никаких целей. Они, приспосабливаясь ко всему, что их окружает, никогда и ничего в своей жизни не меняют. Орлы же ставят себе цели и создают то, чего желают достичь. В то время как куры сосредотачиваются на трудностях и критикуя обстоятельства только удачу, орлы изменяют обстоятельства и, сосредотачиваясь на решениях, действуют. Куры говорят: «Я не могу себе этого позволить». Орлы спрашивают: «Что нужно делать, чтобы этого добиться?» Курица смотрит только на то, что у нее под носом. И ее удел ковыряться в поисках жучков и остатков зерен в навозных кучах, ведь за нее все решает ее хозяин. Орел же парит в небесах для того, чтобы иметь широкий кругозор, что позволяет ему принимать те решения, которые обеспечат ему жизнь и будущее. Так кто же ты, курица или орел? Каково твое предназначение? На своем ли ты месте? И кто окружает тебя? Друзья, помните, что вы становитесь тем, кем вы сами себя считаете, кем хотите стать, и самое главное, что вы делаете для того, чтобы этого добиться. Всегда помните, что ваше окружение влияет на вас, на ваши мысли и ваш выбор, хотите вы того. Если вы мечтаете стать орлом, тогда выбирайте окружение орлов и слушайте их советы, а не слова куриц. И последнее. В самой мудрой книге на земле написаны весьма важные наставления. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. С вами был канал «Исиаст». И така всички разбрахме бушенство. Сега ми е малко трудно всичкото да го преведа, но общо взето видяхте. Яйцето, което е от орел, е под кокошката, то се ражда. И всички смятат, че това яйце, това орле, което се е родило, е кокошка. И всъщност то е пили, то е уродливо, некрасиво, грубо. И с времето, нали, с времето всичкото това се променя. И кокошките, заедно с кокошката майка, заедно с останалите, разбира, че тук има нещо, което е некрасиво и неприятно. Но веднъж, така по-накратичко, но веднъж орлето, което се смята за кокошка, вижда в небесата, че пори в небето, във въздуха, пори една красива птица и тя се нарича орел.
майката му подсказва, че е така. И може би в този момент орлето вижда нещо особено, което досега не е виждало, не е чувствало. И така постепенно, постепенно, растейки и тази птица, която е голямата птица в небето, вижда, заинтригувала се, тя търси някаква плячка и вижда там орлето, което е на земята и казва, може би това ще ми помогне да се наситя. И всъщност, слизайки долу, заставайки лице срещу лице, той вижда, че това е негов роднина от неговото поколение. И му разказва, тръгни след мен и аз ще те науча да летиш. Разбира се, че го грабва, защото той има натрапчевото наставление, че е кокошка, че е пиле, че не може да лети. И така постепенно в небето се ражда неговото възстановяване, орелско възстановяване. И така, веднъж, когато слизат, нали, при тези тренировки, които са, слизат над едно езеро в планината, те виждат, по-точно нашето орле, вижда своя красив вид. И накрая, как завършва всичко? Че орела ни трябва да прилича на кокошка. Дайте днес да видим кокошки ли сме или сме орли. Какво е призванието на орела? Призванието на орела е да лети високо. И кога да лети, аз нещо от себе си ще допълня. Когато има буря, когато въздушните сили са унищожителни за останалите птици, точно тогава орела има изблик на енергия. Има красотата на силата, точно тогава се появява. И това е разликата между орлите и между кокошките. Кокошките от носа си по-далеч не виждат и то само да ядат. Буквално беше тук да плюскат. А орела, неговото предназначение е какво? Да лети високо и да изпълнява своето призвание. Така, в кратко, малко по-накратко, това е съдържанието. Давайте поблагодарим Нели. Даже смотреть не надо было. Даже я понял. Спросите друг друга, кокошка ты или орела? Попитайте се сега, ти кокошка ли си или си орел? Так, да? Правильно? Очень правильно. Кто здесь говорит по-корейски и понимает? Има ли някой, който от вас да говори по-корейски? Я тоже ничего не понимаю. И аз нищо не разбирам. Кто по-английски говорит и разговаривает? Кой говори по-английски? А я не говорю. Аз пък не говоря. У кого болгарский язык родной? Колко българи имат родния си език тук? Прошу извинить меня. Моля да ме извините. Вот я понял, что курица это кокошка. Аз разбрах вече, че курица орела това е кокошка. Орел. Че орела си орел. Я уже научился благодарить, это очень хорошо по-болгарски, благодаря. Аз се научих по-български да казвам благодаря. А у кого русский язык родной? Кой е с руски язык тук? О, мало, конечно. Разбира се, че малко. Но я буду говорить по-русски. Аз ти говоря по-русски. Однажды на Урале мы проводили конференцию. Веднъж на Урал имаше конференция. И моя фамилия Ким. И моята фамилия е Ким. И сделали там, значит, баннер. И направихме там баня. Объявление сделали. Направихме едно обявление. Что приедет пастор Ким. Че ще дойде пастор Ким. Вот. И верующие в церкви спрашивали, а кто его будет переводить на русский язык? Да. И всички питаха, ами той е кореец, кой ще му превежда на русский язык? Я всегда говорю, у меня только лицо корейское. И като ме видяха, само лицето ми беше корейско. Глаза узкие. Очите ми дръпнати. Цвет не белый, желтый. Цвета ми жълт, не е бял. А так я русский. Ми така като русский. Мыслю по-русски.
А мислите ми бяха руски. Говорю по-русски. Говоря по-русски. Фигура русская. Всичкото надолу е руско. Ну, я говорю в хорошем смысле слова. Ну, аз говоря така малко двусмислено. Сегодня я хочу проповедовать на отрывок, который созвучен с этой притчей. А днес искам да говоря върху отказ, който е съзвучен с това, което... Это Евангелие от Марка, 10 глава. Това е Евангелието от Марка, 10 глава. 46 по 52 стих. От 46 до 52. Я прочту. Стиховите. У кого есть Библия? Я всегда верю, что кто не носит Библию, они знают ее наизусть. А сега за обяснение само, от тук ще имаме текст на български язик, няма да се налага превод. Поэтому я прочту только для тех, кто носит Библию. 46 стиха. Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Аминь. Текст вече на български, видяхме го. Проповедь моя называется «Сбрось свою нищету». Темата на моята проповедь се казва «Хвърли твоята нищета, бедност». Давайте помолимся. Хайде да се помолим. Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог на Исаак и Авраам. Бог Израиля. Израилев Бог. Ты истинный Бог. Ты си истинския Бог. Который пришел в образе Сына Человеческого. Ты дойде тук, за да спасиш човечеството. Имя которому Иисус. И в лицето на Иисус. Я прошу тебя. Аз те моля. Прибудь сейчас с нами. Да бъдеш с нас сега. И мы верим, что ты здесь. И ние вярваме, че ти си тук. Потому что ты сам говоришь. Защото ти сам казваш. Где двое или трое собраны во имя Твое. Където са един или двама събрани в моето там име. Там и ты посреди них. Там съм и аз, свят. А там, где ты. А там, където си там ти. Больные исцеляются. Там хората се исцеляват. Там мертвые воскрешаются. Там мертвите се воскресяват. Там бесы убегают. Там бесовете бягат. Там грешники каются. Там грешники се каят. Там царство Божие расширяется. Там се расширява Божие. Там, где ты, там новая жизнь. Там идва новия живот. Там новые мечты. Там идват новите мечти. Господь, я прошу тебя. Господь, аз те моля. Благослови сейчас всех моих братьев и сестер. Да благослови всеки един от моите братья. Я ничего не могу. Аз нищо не мога. Иди впереди меня. Иди преди мен. Говори через мои уста. Говори через моите уста. Пусть реки воды живой текут из моего чрева. Нека всичко каквото излиза от моята вътрешност. И пусть на этом месте. И нека да дойде на това. Прославится только великий Бог. За да се прослави великия Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Бог Отец, Бог Син, Бог Святий Дух. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус Христа. Аминь. Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Хайде да прославим нашего. Болгария может славить Господа. Да. Вы мне очень нравитесь. Много ви харесвам. Я верю, у вас большое будущее. Аз виждам във вас голямо бъдеще. Почему? Защо? Мне понравилась ваша одна хвала. Защото много ми хареса едно хваление. Как вы называете? Хвала или песня? Как вы? Да, хваление. Хвала, хваление. Знаете, какая? Знаете ли каква, Михаил? Где там поется «О-о-о-о». Особенно это «О-о-о». Тот, кто был на Трездиесе. Този, който беше на Диас 30, да. Вот буквально была программа «Три дня». Три дня имахме една программа. И мы называем «Три дня рая на земле». И ние казваме «Три дня в рая». И там как раз я говорю.
И там аз говорих така. У русских всегда есть такой возглас. При руснаците винаги има едно такова прогласяване. Как только заболит что-то. Някой като заболее. Они, ой. И казва, ой. С работы, работы не стало. С работы уволили. Да, уволниха ме от работа. Ой, работы нет. Ой, нямам работа. Денег нет. Пари няма. Ой, денег нет. Ой, пари няма. А я всегда учу. А свинаги учат. Из этого слова ой. И то слово ой. Две буквы там всего. Има само две буквы. О и краткое. О и кратко. Уберите и краткое. Махнете и краткото. Кушать нечего. Няма какво да едеш. О. О. Вороны будут кормить меня. Как вороны, ворона, да, ворона. Да, врани, как пророка. Да, враните, които идваха при пророка. Заболело что-то. Заболя ме нещо. О! О! Геннадий Анатольевич вылечит. Геннадий Анатольевич тебе излекува. С работы уволили. Уволниха ме от работа. О! О! Это... Надо идти служить Господу. Това е да се отиди и да се служи на Господа. Това означава. Вообще, кто хочет служить Господу? Кой иска от вас да служи на Господа? Аллилуйя! Аллилуйя! Я же говорю, что церковь имеет большое будущее. Аз ви казвам, че тази църква има голямо бъдеще. Дорогие мои! Скъпи мои! Мы с вами прекрасно знаем, что в этом священном писании. Не прекрасно знаем с вас, что в това священное писание. В купальне Вифезда. В капалнята Витезда. Было множество больных. Имаше множество болни. Слепых. Слепи. Хромых. Куци. Но исцелился только один человек. Но се исцели само един човек. Который болел 38 лет. Който е боледувал 38 години. Слово Божье говорит. Словото Божие казва. Много было в Израиле вдов. Много имаше в Израил. Вдовы, вдовы. Это без мужа. Вдовица, вдов, вдовица. Да, да, без мъже, вдовици. Самотни. Но только одна вдова из Сарепты. Но само една от вдовиците даде последната си лепта. 7 лет она ни в чем не имела нужды. 7 години тя нямаше нужда от нищо. Библия говорит, множество нищих. Библията говори за много бедни, нищи хора. Сидели на этой дороге. Сидяха на този път. Который вела из Иерихона в Иерусалим. Който беше път от Иерихон за Иерусалим. Но только один нищий. Но само един беден. И еще слепой. И още на, от, на всичкото отгоре и сляп. Вартимей. Вартимей. Исцелился. Се излекува. Исцели. Что же было у этих людей? Какво, че, какво имаше в тези хора? Почему этот больной исцелился 38 лет? Защо този, който боледуваш 38 години? Почему вдова из Сарепты получила благословение? Защо тази вдовица можа да получи? Почему слепой Вартимей прозрел? Защо слепият Вартимей можа да го разбере? Я хочу остановиться на нескольких моментах в жизни этих людей. Аз искам да се спра на определени моменти в живота их всех на тези объединяло хора. Что-то. И всичките се объединяваха от нещо. И я думаю, это объединяло всех людей, которые представлены в этом писании. И аз мисля, че те се, всичките тези хора се объединяваха от това, което е написано. Это было у Авраама, Исаака и Якова. Това, което беше и в Авраама, и в Исаак, и в Яков. Это было у Моисея, Иисуса Навина и других пророков. Да, това беше и в Моисей, и в Иисус Навин и други пророки. Это было у апостолов. Това беше в апостолите. Это было что-то, которое Бог дает. Това беше нещо, което Господ дава единствено. Как в том курятнике. Като в този курник. Много кур. Много кукошки. Но один орел. Но един орел. Вы все-таки спросите друг друга. А, вопреки това, попитайте се един друг. А кто ты? Какъв си ти? Курица или орел? Орел ли си или си кукошка?
Первое, о чем я хочу сказать. Первое, что искам да кажа. Почему слепой Вартимей прозрел? За что слепый Вартимей прозря това? Библия говорит, что он услышал. Библия доказывает, что той чу. Скажите, услышал. Кажете, чу. У вас есть уши? Имате ли уши? Извините, пророк Исаия говорит. Извинявайте, но пророк Исаия казва. Уши имеете? Имате уши? Но не слышите. Но не чуват. Глаза имеете? Уши имате? Ну, тем более такие ваши большие, красивые глаза. Как още повече ваши са големи и красиви. Сестры. Сестрите. Кто красится? Който се така гримира. Гримира. Глаза даны, глаза у человека для того, чтобы ими видеть. Очите на человека са за това, да може да вижда. Ну, простите меня, сестры, некоторые думают, их только надо красить. Извинявайте, сестри, но някой от вас мислят, че само трябва да се гримират. Ты хоть как накрасься? Абе, ти можеш да се така нагиздиш, да се... Но важно, чтобы глаза твои видели. Но по-важното е твоите очи да виждат. Поэтому есть духовные уши. Аз казвам, че има духовни очи. И есть духовные глаза. Има духовни очи и уши. Уши, да. Поэтому у меня нет комплекса. Затова аз нямам комплекс. Раньше в Советском Союзе меня обзывали. По-рано в Советския Союз, когато беше, ми привикваха. Всегда говорят, узкоглазый. И ми викаха, тесно гледаш, такъв здръпнати очички. Я делал так пошире глаза. Аз така си увеличавах очите. Но когда я уверил в Иисуса Христа, но когато повярвах в Иисус Христос, я понял, что Богу я нравлюсь. Тогава разбрах, че аз се харесвам на Бога. С моими узкими глазами. Даже с моите тясни очички. Потому что они видят Его. Защото те виждат добре Него. Аллилуйя. Аллилуйя. Этот нищий услышал. Это този бедняк, сиромах, той чу. Услышал, что идет Иисус. Чул беше, че идва Иисус. Библия говорит, вера от слышания, и Библията казва, слышания че... от Слова Божьего. Да, и казва, че вярата идва от слушания на Божието Слово. Каждый день он приходил на эту дорогу. Всеки ден той идваше на този път. Он слепой. Той е сляп. Он нищий. Той е сиромах. И каждый раз он кричал. И всеки път викаше. Подайте на пропитание. Дайте ми за храна. Дайте ми за храна. Подайте, чтобы мне быть... чтобы мне что-то купить. Дайте мне, за си купя нечто за храна. У меня ничего нет. Аз нямам нищо. Я нищий. Аз съм сиромах. Помогите мне. Помогнете ми. И каждый день у него была такая жизнь. И всеки ден той имаше този живот. Я не знаю, что у него лежало, какая посуда. Аз не знам каква там посуда. Някаква... Или кружка была. Или някаква чиника. Куда бросали монеты. Чиника, която слаг... Или купичка. Какая-то чашка. Или пък някаква... Или, может быть, шляпа была. Или пък, может быть, шапка е било на земята. Но однажды... Но веднъж... Вдруг в эту кружку... В тази чиника... Посыпались монеты. Се изсипаха много монети. И они сыпятся, сыпятся, сыпятся и сыпятся. И те се сыпят, и сыпят, и сыпят. Он посмотрел, кружка полная. И извинишь, той напипва и вижда, че тя он е полна. Он пересыпал в свой карман, в свои одежды. И той ги изсипа в джоба си на дрехата. Снова поставил пустую крышку, кружку. И тогава пак постави там чинийката. И снова монеты сыпятся, сыпятся и сыпятся. И... Още веднъж така, още се сипят, пълнят се монети. И он говорит, что случилось? И той си мисли, какво се случи? Почему так много людей? Защо толкова много хора има? И ему говорят. И те му казват. Иисус идет. Иисус идва. И тогда он говорит, это какой Иисус? Той казва, какъв Иисус? Он говорит, это тот Иисус, который исцеляет. Този Иисус, който изцелява.
Это тот Иисус, который изменяет жизни. Този Иисус, който променя живота на хората. Это тот Иисус, который спасает. Този Иисус, който спасява хората. И ему говорят: да, это тот Иисус. Да, това е, точно това е Иисус. У него было откровение об Иисусе. Той получи откровение от Иисус. Многие верят в Иисуса. Много вярват в Иисуса. Как в историческую личность. Като историческа личност. Многие верят в Иисуса. Много вярват в Иисус. Просто по традиции. Па и така по традиция. Многие приходят в церковь. Много идват в църквата. Но не ищут Иисуса. Но не искат Иисус. Просто надо прийти в церковь. Не, и така, просто трябва да се дойде в църквата. Просто надо совершить богослужение. И така, да се завърши богослужението, да мине. Не важно какое. Няма, не е важно какво. Православное. Православно ли? Католическое. Католическо ли? Или протестантское. Или протестантско. И ничего не меняется. И нищо не се променя. Жизнь не меняется. Живота не се променя. Как он сплетничал. Както той си клюкарстваше. И так выходит из церкви и продолжает сплетничать. И излиза от церквата и продолжава да си клюкарства. Как курил, так как, и продолжает курить. Както си е пушил, така и как пил, продолжава. Както пил, алкоголь, так и продолжает пить. Алкохол и продолжава да си пил. Как воровал, както крадеше, так продолжает воровать. Так и, така продолжава. Как блудил, както так и продолжает блудить. Блудствовал, така и продолжава в живота му. Вы вообще понимаете меня? Разбирате ли ме въобще? То, что Нелли прекрасно переводит на болгарский, я уверен. А тот, кто по-русски, я понятно говорю? Разбирате ли ви русските хора също? Но он верил в такого Иисуса. Но той вярваше в такъв Иисус. Который есть Мессия. Който е Мессия. Который есть Сын Божий. Който е Сина Божий. И когда с Ним встречаешься. И когато се срещнеш с Него. Все меняется. Всичко се променя. Грех отпадает. Греха отпада. Жизнь новая. Живота става нов. Новое мышление. Ново мислене. Новый образ жизни. Нов образ на живот. Апостол Павел говорит. Апостол Павел казва. На втором послании Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе, он говорит: древнее прошло, теперь все новое. Да, той каза в 1 Коринфяни, 2 Коринфяни, простите, не разбрах, но всичко, ето всичко става ново. Дорогие мои. Ага, 2 Коринфяни. Он услышал, что этот Иисус идет. И ето той чу, че този Иисус идва. И тогда он начал кричать. И когато той започна да вика. Сын Давидов, помилуй меня. Сыне Давидов, помогни мне, помилуй меня. Это как раз говорит о том, что он верил в Иисуса, который есть Мессия. Это това показва, че той вярваше в Мессията, че той ще дойде. Это не просто человек. Това не е просто човек. Да, он и 100% человек Иисус. Да, той е 100% човек Иисус. Но он и Сын Божий. Но и 100% Сын Божий. И он Бог. И той е Бог. Если вы верите, что Иисус, ако вярвате, че Иисус, что Сын Божий, че Сына Божий, и Сын Иисус – это Бог, и Синът Божий, Синът човешки е Бог, скажите громко аминь. Кажете силно аминь. Я верю в такого Иисуса. Аз вярвам в такъв Иисус. Который есть Сын Божий. Който е Син Божий. Который есть Бог. Който е Бог. Который спасает. Който спасява. Который меняет жизнь. Който променя живота. Который с больного делает здоровым. Който от болния прави здрав. Из несчастного делает счастливым. И от нещастния прави щастлив. Из самого отверженного человека. И най-отхвърления човек. Делает самого востребованного. Гледа го, го превръща в най-желания. Который из курицы делает орла. Който от кокошка прави орел. Аминь. Аминь. Он начал кричать. Той почна да вика. Тот, кто на трездесе был. Който беше на тридневната програма, знае. Я думаю, он кричал: чуё!
Аз мисля, че той казвал Чуйо. Чуйо это по-корейски переводится Господь. Господ. Ага. Но он действительно так кричал. Той наистина така викаше. Знаете, я хочу сказать. Знаете ли, че искам да ви кажа? Есть еще один момент в жизни. Има още един момент в живота. Когда Вартимей показал нам. Който Вартимей ни показва на нас. Не слушайте людей, которые в курятнике. Не слушайте хората, които са в курника. Не слушайте этих кур. Не слушайте тези кукошки. Ох, кукошки. Даже эта мама кукошка. Даже майката беше кукошка. Говорила сыну, как она думала. Тя казвала, как-то обикновенно, сине. Ты курица. Ти си кукошка. Ти кукошка. Ти си кукошка. И еще сумасшедшая. И при това луда кукошка. Люди всегда говорят. Хората винаги така казват. У тебя ничего не получится. При тебе ничто няма да се получи. Ты посмотри на себя. Ми виж се на какво приличаш. Ти кто такой? Ми какой си ти, бе? Ти же кукошка. И ти си кукошка. А Бог говорит. А Бог казва. Не я живу. Не аз живея. Но живет во мне Христос. А живее в мене Христос. Что это значит? Какво означава това? Я не кукошка. Аз не съм кукошка. Я орела. Аз съм орел. Орел. Правильно, да? Правильно ли? Аллилуйя. Аллилуйя. В каждом из нас живет орел. Во всеки один от нас живее орелът. В каждом из нас живет лев Иудин. А во всеки один от нас живее лъвът. Лев Иудин. Колено Иудин. А, да, Юдовия лъв. Кто такой орел? Кой е този орел? Какъв е орел? Орел цар птиц. Ами орел е цар на птиците. Кто такой лев? Какво е това лъв? Это царь зверей. Това е царя на зверовете. О, какой у нас Бог? А какъв е нашия Бог? Он говорит через книгу пророка Исаия. Через пророк Исаия книгата казва. В 40 главе. 40 глава. Да, в 40 глава. Он говорит, вы расправите крылья. Той казва, разтворете си крилете. Как орелы. Как орел. А представьте, если бы он написал. Ами представите ли си, ако беше написал. Вы расправите крылья. Ами, ей така, отворете си крилете. Как воробьи. Като връбче. Как орлы. Като орел. Наш Бог есть царь царей. Наш Бог есть цар на царете. В каждом из вас поэтому живет царь. Затова во вас, во всеки один от вас живеет цар. Дорогие мои. Скъпи мои. Я услышал такое. Аз чух това. Люди, которые живут здесь, в Болгарии. Хората, които живеят тук, в Болгария. И болгары они. Болгария. Болгары, да? Да, болгары. Болгария. Булгары. Да, Болгария, твердый знак, немножко, да. Они говорят, 500 лет мы были под Османской империей. Които казват, ми 500 години сме били под Османскую иго. Теперь я только кокошка. И я за това, поради това, сам само една кокошка. Я не могу почувствовать себя орлом. Не мога да си почувствам орел. Неважно. Не важно. 500 лет были. Даже да са 500 години. Вы же похожи на евреев. Ви приличате на евреи. 430 лет евреи были в Египте рабами. Да, защото и те 430 години бяха роби като вас. Это вы как такие же. Ми ви сте същите. И Бог сказал Израилю. И Бог каза на Израил. Я поставлю тебя выше всех народов земли. Че ти поставя над всички народи отгоре. Слушай, България! Слушай, България! Бог хочет поставить тебя выше всех народов земли.
България Алилуя! Ти постави над всички ти отгоре. Да, алилуя! Все то, что нужно. Всичко, само това е нужно. Что сделал Вартимей? Това, което направи Вартимей. Он сбросил эту старую одежду. Той хвърли тази стара дреха. Сбросьте это рабство. И схвърлете това робство. Сбросьте эту нищету. И схвърлете тази нищета. Нищенское мышление. И не това бедно мислене. Нищенское представление о себе. Това нищо такова бедно представление за себе. Я не раб. Аз не съм роб. Я дитя царя царей. Аз съм дете на царя на царей. Я сын царя царей. Амин. Я дочь царя царей. Аз съм син на царя. Бог 500 лет держал вас рабами. 500 години Бог ви държа в робство. Унижал. Унижени. Оскорблял. Оскорблявани. Для чего? За какво? Потому что он сказал. За что-то той каза. Униженного я возвышу. За что-то той каза. Унижени ти, аж ти ги возвыша. Чем больше унижения было у вас. Колко унижения имахме ние. Тем большую высоту Бог приготовил вам. Колкото бяхме унижени, толкова по-високо ще бъдем поставени. Самое главное встретить Иисуса. Най-важното е да бъдем с Исус. Самое главное сказать: Иисус, ты мой Бог. Най-важното е да кажем всички: Иисус, ты мой Господин. Ты мой господин. Господар. Дорогие братья и сестры. Скъпи братья и сестры. Я верю, что у Болгарии есть большое будущее. А знам, че България има голямо бъдеще. Но когда? Но кога? Когда вы сбросите эту нищету? Когато ви изхвърлите тая сиромашия? Когда вы сбросите свою старую одежду? Когато хвърлите старите си дрехи? Этот халат? Този халат, который был на Вартимее, който беше на Вартимей, он достался ему по наследству. Той му се, той го получи по наследство. Этот халат носил его отец. А тази дреха носеше неговия баща. Отец Тимей его звали. Да, неговият баща се казваше Тимей. Это не просто был халат. Той не беше просто дреха. Только с таким халатом само с такава человек дреха мог сидеть на этой дороге. Само с такава дреха човек може да стои на пътя и просить милостыню. И да проси милости. Этот халат был лицензией его. Да, това му беше нещо като лиценз, тази дреха. Без такого халата никто не мог сидеть на этой дороге. Без такава дреха като лиценз той не можеше да стои на пътя. Потому что эта дорога была самой многолюдной. Защото този път беше най-многолюдния. И многие нищие не могли там сидеть. И други такива бедни сиромаси не можеха да са там. У них не было этого халата. Защото той имаше именно тази дреха. У них не было лицензии. При тях, при другите нямаше лиценз. Этот халат для Тимея, для Вартимея. Да, това е дрехата на Вартимея. Это была его жизнь. Това беше неговия живот. Это была его работа. Това беше неговата работа. Это было средство для того, чтобы жить. Това бяха средства за живота му. Но Библия говорит. Но Библията казва. Люди кричали: не кричи. Хората му казваха: не крещи. Кого вы слушаете? Кого ще слушате? Каким словам вы прислушиваетесь? Към какви, към какви думи ви давате ухото си? Вам говорят. Казват ви. Не ходи в эту церковь. Не ходи в тази църква. Это секта. Това е секта. Говорят? Говорят ли? Да. Тогда вся Америка – это сектанты. Тогава да кажем, че цялата Америка е сектантска. Потому что все в Америке 95% такие церкви, как ваша. 95% от американското население ходи в такива църкви, като вашата. Мне одна сестра сказала. Една сестра ми каза. Так хочу в Америку. Ох, така искам да съм в Америка. Там все сектанты. Ами там са всичките сектанти, бе. Там все сектанты. Всичките са сектанти. И все ездят на хороших машинах. И всички ти карат хубави коли. На хороших дорогах.
На хубави пътища. Кто хочет быть сектантом? Кой искал быть сектант? Дорогие мои, я просто хочу сказать. Скъпи мой, искам просто да ви кажа. Пусть Бог даст нам мудрость. Нека Господ да ни даде мъдрост. Кого слушать? Кого да слушаме? Если бы этот орел. И ако този орел. Слушал этих куриц. Слушаше постоянно тези кокошки. Он никогда бы не стал орлом. Той никога нямаше да стане. Он так бы и умер курицей. Така щеше да се умре като кокошка. Сектантом. Сектант. Когда вам говорят люди. Когато ви казват хората. Посмотрите на их жизнь. Погледни на тяхния живот. Как они живут. Как живеят. Как у них в семье. Как я семейството им. Посмотрите, верят ли они в Иисуса Христа или не верят. Погледнете ги, вярват ли в Иисус Христос или не вярват. И посмотрите, в конце концов, на материальное положение их. И погледнете в края на кръщата на тяхното материално положение. Вы будете слушать людей. Ще слушате хора. И будете жить точно так же, как эти люди. И ще живеете точно така, като тези хора. Слушайте людей. Слушайте хора. Которые будут говорить по Слову Божьему. Които ще говорят по Божието Слово. Слушайте пастора вашего. Слушайте вашия пастор. Ну, посмотрите на его жизнь. Ну, погледнете го. Я так посмотрел. Аз так погледнах. Для иммигрантов. За иммигранти. Он живет нормально. Той живее нормално. Става въпрос за доктор. Правда, да? Правда или нет? Да. Будете его слушать, будете так же жить. Ако го слушате, така ще живеете като него. По крайней мере, материально. Поне от материалната гледна точка. И я могу сказать, это не от ваших пожертвований. И мога да ви кажа, че това не е, извинете. Приношение. Това не е от приноси, не е от вашите приноси. Хотя я знаю, вы очень щедрые люди. Макар че аз знам, че ви сте много щедри хора. Но Бог ему дал талант. Но Бог му е дал талант. Быть прекрасным доктором. Да бъде прекрасен доктор. Нетрадиционной медицины. Нетрадиционная медицина. Знаете ли? Получилось так, что мы давно не виделись. Така се случи, че ние с него отдавна не сме се видяли. В Караганде иногда встречались. Понякога в Караганда се срещаме. Когда собирались пастыры. Когато се събираха пасторите. Но потом он ведет там церковь, которую Бог основал через него. Но той има там основана църква, в която отиваше, ходиш. У меня свое служение было. В мен пък моето си служение гледам. Потом он уехал сюда, в Болгарию. После той, нали, дойде тук в България. Я оказался в Америке. Аз пък се оказах в Америка, се озовах. И где-то года два или три назад мы встретились в Корее. И преди 2-3 години ние двамата отново се срещахме, на този път в Корея. Ну, буквально вместе покушали. И така буквално се. И снова разъехали. Да, и се нахранихме и стала. И вот сейчас мы снова встретились. И сега отново се срещнахме. Но я к чему это говорю? Защо всичкото това ви го казвам? У меня было 3 инфаркта. Аз имах 3 инфаркта. Первый инфаркт произошел в 90-м году. Първият беше през 90-та година. В октябре 90-го года. В октомври месец 90-та година. Но через этот инфаркт. Но через този инфаркт. Я уверовал в Иисуса Христа. Аз умрях за Иисуса Христа. Врачи сказали, все, ты должен умереть. Да, защото лекарите ми казаха, че трябва да умра. Тогда Геннадий Анатольевич не был врачом нетрадиционной медицины. Тогава Геннадий Анатольевич не беше още нетрадиционен. Той беше класически лекар. Поэтому врачи традиционной медицины. Защото медиците от традиционната медицина. Мне сказали. Те ми казаха. 6 месяцев я пролежал в больнице.
А 6 месяцев пролежах в больницата. И они сказали, у тебя 3 пути. Ты имаешь 3 пути. Первый путь. Первый путь. Второй инфаркт и смерть. Второй път получишь ли инфаркт, смерть. Когда у меня первый инфаркт произошел, когда первый инфаркт мина, у меня было давление 260 на 160. Кръвното ми налягане беше 260 на 160. Врачи сказали, второй инфаркт, смерть. И ми казаха лекарите, второй инфаркт, смерть. Вторият път. Снова давление поднимется. Ще се вдигне отново кръвното. Кровоизлияние в мозг. Кровоизлияние в мозъка. И паралич. И парализа. И третий путь. И третия път. Сразу вперед ногами на кладбище. И направо третия път е с краката нагоре към гробищата. Это говорили традиционно, это говорила традиционная медицина. Така говориш и традиционната медицина. Но есть над всеми медицинами. Но има нещо над всичката тази медицина. Не в обиду вашему пастору. Ето, вашия пастор. Есть над традиционной медициной. Есть над нетрадиционной медициной. И над традиционной, и нет над традиционной. Есть Иисус. Има Иисус. Есть Бог богов, царь царей, Господь господствующий. Бог на богове, цар на царете. И он мне показал четвертый путь. И той ми показа четвертия път. Четвертый путь вы видите сами. Четвертия път, ето това, което виждате. Это путь с неба. Това е пътя към от небето. Путь на небо и путь с неба. Път към небето и път от небето. В 2001 году. В 2001 година. Через 10 лет. След 10 години. У меня произошел инфаркт. Аз получих инфаркт. И инсульт. И инсульт, плюс инсульт. В правом полушарии. В дясното полушарие. У меня произошла закупорка. Да, полу... Левая сторона не работала. Лявата ми сторона не работеше. Вся полностью. Цялата в цялата. Врачи сказали. Лекарите казаха. Срочно в реанимацию. Срочно в реанимацията. Или умрешь. Или ще умреш. Я закрыл глаза. Аз затворих очите. И сказал, Господь. Господ ти казах. Я никакую больницу не хочу. Не искам никаква болница. И Бог дал мне слово. И Бог ми дали слово. Библия говорит о царе Асе. Библия царь така... Аса. Да, израильский царь Аса. Израильский царь Аса. Слово Божие говорит, что он заболел. За него се казва, че той боледуваше. И в этой болезни. И в тази болест. Он обратился не к Господу, той, а к врачам. Да, той се обърна към Господ, не към Господ, а към лекарите. И умер. И умря. Как вам нравится? Как да ти се хареса това? Заболел. Заболен. Пошел к врачу. Отишъл при лекарите. И умер. И умрял. И я говорю врачам. И аз казвам на лекарите. 4 самых лучших кардиолога города. На 4-те най-добрите кардиолози в града ни. Я говорю, если я поеду в реанимацию, им казах, ако аз отида в реанимацията, я умру. Аз ще умра. Представляете, что было с этими врачами? Можете ли си представите какво беше с тези лекари? Они знают все. Те знаят всичко. Они профессионалы. Те са професионалисти. У них медицинские знания. Медицинские знания имат. Двое точно я знал, что это кандидаты медицинских наук. А двама от тях знаех, че са кандидати на медицинските науки, а това в Русия е много. Много е. У одного я лежал как раз 2 раза в реанимации. Два пъти при един я лежах. А другой был из самой лучшей клиники в Караганде, клиника Лохвицкого. Да, той беше, а другия беше от най-добрата клиника в Караганда. Представляете, что они думают? Представите ли си какво? Они говорят, срочно в реанимацию. Те казват срочно в реанимация. Или ты умрешь. Или ще умреш. Я говорю. Аз им казвам. Потому что Бог так сказал. А Бог ми каза така. Если я в реанимацию поеду. Ако отида в вашата реанимация. Я умру. Аз ще умра.
И я не поехал. И я не отидах. Через 10 дней я встал. След 10 дена аз станах. Бог исцелил. Бог ме исцели. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Той вчера, днес и завинаги той. Иисус не изменился. Иисус не се изменява. Слушай, Варна. Слушай, Варна. Слушай, Болгария. Слушай, Болгария. Иисус точно такой же. Иисус е точно такъв. Каким он был в Израиле. Такъв, какъвто беше в Израил. Такой он и в Болгарии. Такъв той и в Болгария. Каким он был везде, в любых странах. Такъв беше и в другите страни. В Америке. В Америка. В Южной Корее. Южна Корея. Он точно такой же в Болгарии. Точно такъв и в Болгария. Как он исцелял, он продолжает исцелять. Той исцелява и продолжава да исцелява. Как спасал, продолжает спасать. Спасява и продолжава да спасява. Как из нищих делал богатыми. От сиромасите прави богати. Как из больных делал здоровыми. Как тут болните прави здрави. Как из грешников делал праведников. Как-то и от грешники прави. Он продолжает это делать. Продолжава да го прави това. Потому что он живой Бог. Защото той жив Бог. Аминь. Аминь. Все то, что нужно сделать, сбросить эту нищету. Это за това и нужно тази сиромашия да изхвърли. Откажись от своего образа мышления. От свой образ на мислили, откажи се. У тебя нищета в здоровье. Ты имеешь нищета, сиромашия в здравии. У тебя нищета во взаимоотношениях с людьми. Во взаимоотношениях с хората. У тебя нищета в своей жизни. Сиромашия, бедност в самия ты живот. Ты держишься за эту нищету. Държишься за тая нищета. И думаешь, как я буду жить. И си мислишь непрекъснато, как да живея. Иисус говорит. Иисус казва. Матфея 6 главе. Евангелие от Матфея 6 главе. Он говорит, посмотрите на птиц небесных. Погледнете на небесные птицы. Они не сеют и не жнут. Те не сеют и не жнут. Но они сыты. Но те са сити. Он говорит, посмотрите на лилии полевые. Погледнете на цветята в полето. Даже Соломон, не одевался на один день, как одевается эта лилия. Даже Соломон за один день не се обличаше така, а той беше много роскошен. Но он говорит, не заботься ни о чем. Не заботься ни о чем. Да, не се грижи за нищо, не мисли за нищо. Я, Бог говорит, я пекусь о тебе. А се грижат за тебе. У кого есть дети? Кой има деца? У вас остался последний кусок хлеба дома. Например, остана ви последното кумарче, къс хляб. И у тебя голодный сын. И ти имаш гладен син. Ты взяла этот кусок хлеба. Държейки този къс от хляб, кашей. И говоришь сыну. И казваш на сина. Ты умирай, а я съем хлеб. Ти умирай, а пока ще излям хляба. Да. Така ли казваме? Но. Не. Вы отдадите последний кусок хлеба этому сыну. Ще дадеш на този син последното късче хляб. Этот последний кусочек отдадите дочери. Ще го дадете последното парченце на дъщеричката си. Поэтому Господь и говорит. Затова Господ казва. И так вы, будучи злы, умеете даяние давать благие. И вы, които сте зли, умеете да давате на своите деца. Тем более Отец Небесный. Колко повече Небесният Отец. Даст благо просящему Него. Да, Той ще ви даде он това, което се нуждаете. Он наш Отец. Той наш Отец, наш Баща. Вы Его дочери. Казвам на дъщеря. Вы Его сыновья. На Неговите синове. Неужели Бог будет кушать? Наистина ли няма какво да е? А ти будеш голодать? А ти ще гладуваш. Неужели у Бога есть все? Нема в Бог има всичко. И Он даст вам ничего. И Той няма да ви даде нищо от това. Нет. Не. Он отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Той си даде Единородния Син. И Он умер, чтобы мы жили. И Той умря, за да живеем ние. Он взял все наши болезни. Той взима всичките ни болести. Чтобы мы были здоровыми. За да бъдем ние здрави. Он взял все проклятия на себя. Всичките проклятия Той ги взе. Чтобы мы были в благословении. За да бъдем ние благословени. Но для этого надо сбросить нищету.
И за това трябва да отхвърлим тая си. Надо поверить, что я дитя Божие. Трябва да повярваме, че аз съм дете на Бога. У меня Бог мой отец. Бог е моя баща. Он любит меня. Той ме обича. Он заботится обо мне. Той се грижи за мен. Он поможет мне. Той ще ми помогне. Он поддержит меня. Той ще ми поддържа. Он укрепит меня. Той ще ми укрепява. И он не оставит меня. Той няма да ме остави. Вот такой Иисус у нас. Ето такъв Иисус при нас. Пусть он откроется вам сегодня. Нека той да ви се открие днеска. Я знаю, България это тысячу лет верит в Иисуса Христа. А знам, че България хиляда по хиляда години, хиляда и хиляда, т.е. 2000 години вярва в такъв Исус. Но может быть уже вы просто не ищете Его. А ну ви може би да не го искате вече. Может быть душа ваша не кричит Ему. А може би ваша душа изобщо не вика към Него. Может быть все превратилось в форму. Може би всичко да се е превърнало в формалност. Перекрестился. Амей така, прикръсти се. Свечку поставил. Постави, запали свещица. В вашем собрании, я верю, конечно, на живая церковь у вас. Разбира се, че аз вярвам, че ви сте живота. Но всегда существует опасность. Но винаги съществува опасност. Восхваление прошло. Хваление прошло. Ага, хвалението мина. Проповедь прошла. Проповедта и тя мина. Помолились. Помолихме се. А Иисуса не встретили. А Иисуса не срещнахме. Мы приходим сюда. Идваме тука. Для того, чтобы только встретиться с Иисусом Христом. Не идваме тука само, за да се срещнем с Него. Това е единственото. Аминь. Аминь. Никто из людей вам не поможет. Никой друг няма да ви помогне. Только Иисус. Само Иисус. Я не против медицины. Не съм против медицината. Но меня исцелил Иисус. Но мен се случи така, че Иисус ме изцели. Дорогие мои. Скъпи мои. Иисус говорит, приведите его ко мне. Иисус каза, доведете го при мен, става въпрос за Бартимей. Иисус стоит и ждет. Иисус стои и чака. И Вартимей приходит к нему. И Вартимей идва при него. Иисус спрашивает его. И Иисус го пита. Чего ты хочешь от меня? Какво искаш ти от мене? Вартимей отвечает. Вартимей му отговаря. Чтобы мне прозреть? Искам да прогледна. Иисус говорит ему. И Иисус му казва. Вера твоя спасла тебя. Вярата ти те спаси. И в тот час... И в този миг Вартимей прозрел. И той прогледна. Что это значит? Какво означава това? У Вартимея была цель. В Вартимея имаше цел. Скажите цель. Скажете цел. Спросите рядом сидящего, у тебя есть цель? А така, на рядовие до вас, кажете си, каква е твоята цел? Сине, каква е твоята цел? Особенно я хочу сказать сейчас. Аз особено сега искам да кажа. Тем, кто не родился в Болгарии. Този, който не се е родил. Кто не родился в Болгарии здесь? Кой не се е родил в България? А зачем вы здесь в Болгарии? А за какво сте тук в България, като не сте родени тук? Зачем? За какво? А, я знаю, море здесь. А, защото е морето? Курорт здесь. Курортите. Тепло здесь. Оми топличко е. Это не та цель. Ето това не е цел. Теперь кто родился здесь в Болгарии? А сега кой се е родил в България да вдигне ръце? Аллилуйя. Аллилуйя. Так вы живете на курорте. Да вие живеете на курортите. У вас лица должны вот сиять вот как у этой сестры. Это супруга, да? Как зовут? Веско. Веско се казва, да? Веска. 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 Веселина буквально, Веселина. Веселина. Можно вот сюда, вот Веселина. Вот поверните сюда. Вот так, повернитесь. Обърни се към публика. Посмотрите на Веселину. А сега погледнете на Веселина.
Вот лицо должно у болгаров, живущих в Варне, по крайней мере. В край на крыштата сиять, тези, които... как у Веселины. Веселина. Да, лицето трябва да сияй на всеки, спасибо, който живее в Варна, като Веселина. Она улыбается. Тя се усмихва. Она радуется. Тя се радва. Я на курорте живу. Ми тя живее на курорта. Море же здесь не замерзает? А, морето тука не замръзва, нали? Море круглый год. Ами морето е тука. Снега почти нет. Почти сняг няма. Ну, рай. Рай. Ну, некоторые два человека здесь, как пастор Джозеф Ю говорил. Некоторые. Ну, някои са и така. Ничего мне здесь не нравится. А, Варна, тука не ми харесва. Ну и что, что я здесь родилась? А тука, за что ты се родила тука? Все здесь плохо. Всичко тука е лошо. Хочу в Германию. Искам в Германия. Хочу в Америку. Искам в Америка. Хочу в Канаду. Искам в Канада. С таким лицом не примут там. С такого лица там няма да те приемат. Вы что думаете, в Америке они улыбаются, смеются? А вы как мыслите, что в Америке... И все такие счастливые? Да. Нет. Нет, те не усмехнуты. Счастливый тот человек, который имеет цель. Счастлив и онзи человек, който има цель. И цель не просто, чтобы деньги были. И цель-то моя, да има пари. Цель не просто, чтобы дом хороший был. Да има хубав... Цель не просто, крыша, чтобы машина была. Да има кола. Цель не то, чтобы работа хорошая была. Да има хубава работа. Должна быть цель от Бога. А, извини. Цель от Бога. Да, трябва да имаш цель от Бога. Бог дает эту цель. Бог дава тази цель, не ти. Бог хочет, чтобы ты жил для Него. Бог иска да живееш за Него. Бог хочет, чтобы те таланты, которыми Он тебя наградил. Той иска талантите си, с които Той те наградил. Ты ими служил Богу. И да им этими дарами служил Богу. Тези дарови да служиш на Бога. Вы очень талантливые люди. Вие сте много талантливи хора. Но вам надо оставить старую жизнь. Но вы трябва да оставите стария начин на живот. Вам надо больше улыбаться. Вы трябва повече да се усмихвате. По-русски говорят, не ной. Как это? По-русски казват, не мрънкай. Не мрънкай? Не мрънкай. Не мармори, не мрънкай, буквально. Не мрънкай. Встречаются два человека. Срещатся двама человека. И один спрашивает его. И один я пита. Как у тебя дела? Как си? Как са работите при как тебе? Си? Как си? Как си? Как си? Как си? Как си? Да, там в Америке how are you? По-американски how are you? Как дела? Как върви работата? Как и работа? Через минуту. И след минута. Человек сам себе говорит. И человек сам на себе си казва. Зачем я спросил у нее, как дела? За что ли го попитах, как си? Как са работа? Она и мрыкает, и мрыкает, и мрыкает. За что тя и мрынка, и мрынка, и мрынка? И ноет, и ноет, и ноет. Все плохо у нее. Всичко много лошо при него. Она забыла, что на курорте живет. Тя забрави, че живееш и на курортите. Если кто будет сейчас у вас здесь ныть, и сега, ако някой от вас е така мрънка, в Караганду поедете. Ще отидеш в Караганда. Минус 40. Минус 40 градусов. Да, минус 40 градуса. Ай, Варна это рай. А Варна това е рай. Древнее прошло. Старое прошло. Да, да, старуто мина. Апостол Павел говорит. Апостол Павел казва. Забывая заднее. Забравяй задното. Простираясь вперед. И се стреми към напред. Стремиться к цели. Имай цель, стремися към нея. Мы оказались в Америке. Ни се оказахме, бяхме в Америка, попаднахме в Америка. Не от того, что мы хотели туда. Не че толкова искахме да сме там. Это долгая история, если еще раз пастор Геннадий пригласит меня.
Това е много дълга история, ако пастор Геннадий ме покани още веднъж. Или если вы приедете на 3 дias. И ако вие дойдете на този курс за 3 дена. За 3 дня я расскажу вам. За през тези 3 дена аз ще ви ги разкажа. Но мы приехали в Америку. И така какво? Дойдохме в Америка. Казахстан не захотел, чтобы я там жил. Казахстан не поиска да живея там. Кто давно верующий? Кой от много години вярващ? При советской власти... По време на советската власт... България была 16-та республика. Беше 16-та република България за нас. Поэтому вы жили точно так же, как и мы. Така както и ние бяхме там. Там баптисты, там пятидесятники. И пятидесятници. Все были врагами народа. Всичките бяха определени за врагове на народа. И их судили всех. И всичките ги съдиха. По 58-й статье. По 58-ма статия. Измена родины. Да, по закона. Изменници на родината. Ну, поэтому меня тоже признали. Да, и аз поради тази причина... Изменником родины. Изменник бях на родината. Меня сделали шпионом американской разведки. Разбира се, че попаднах като шпионен на американското разузнаване. Шпион южнокорейской разведки. Също и на шпионен от южнокорейската разследване, шпионаж. И шпионом японской разведки. И разбира се, че шпион, да, японски шпионен бях. Это пророчество. Това е пророчество. Сейчас у нас служение в Америке есть. Това е нещо като пророчество и в Америка сега. У нас есть служение в Южной Корее. И в Америка имаме служение, и в Южна Корея. И мы молимся, сейчас в феврале я поеду на разведку в Японию. И сега се молим, естественно, ще бъда като шпионен и в Япония. Чтобы спасать японцев. За да спасим японците. Иисуса нести. Иисус го казва, той ще носи това. Но я говорю к тому, что когда мы приехали в Америку... Затова аз ви казвам, че когато дойдохме, пристигнахме в Америка... Прошу прощения. Мне... Извинявайте. Меня Америка приняла сразу. Америка веднага ме прие. И в Америке... И в Америка... Ну, те, кто приезжает... Всички тези, които пристигат... Кого принимает Америка... Всички тези, които ги приема Америка... Она заботится о них. Тя се грижи за тях. И мы получили помощь от американского правительства. И ние получихме помощь от американското правителство. Нам выдали две карточки. Те ни дадоха две такива като картички. Да. Одна карточка на питание. Едната карта беше за хранене. По этой карточке мы могли получать только, покупать только продукты. По тази карточка ние можехме да купуваме само хранителни продукти. С супругой вдвоем. С съпругата ми заедно, двамата. Где-то в месяц нам выделили на двоих. Отделиха за нас двамата. $700. $700. Вот. Вторую карточку выдали. А другата карточка, другата... По этой карточке... Талон, талон буквально. Мы могли покупать промтовары. Да, по този талон ние можехме да купуваме промишлени стоки. Ну, зубную пасту, щетку, там, и все, одежду и так далее. Да, дрехи, паста за би туалетни принадлежности. Еще где-то $700 на двоих. И още $700. Ну вот на двоих где-то $1400-$1500. Горе-долу на двамата около $1400-$1500. Мы жили в миссионерском доме при церкви. Ние живеехме като в един мисионерски дом. И Бог мне сказал, почему я приехал в Америку. И Бог ми каза, защо аз дойдох в Америка? Я молился в Америке. Аз се молих в Америка. И говорю, Бог, зачем я здесь в Америке? Господи, за какво съм тук в Америка? Я никогда не хотел в Америку. Аз не исках да съм там. Я не думал об Америке. Аз не съм мислил за това. И я спрашивал Бога. И аз питам Бога. Зачем я здесь оказался? За какво се оказах тука? Здесь в Болгарии это хорошо. Ами тука в България е хубаво. Вы видите, я сразу учусь болгарскому языку. Учусь болгарскому языку. Ага, ето, виждате ли, аз се уча на български. Кокошка уже знаю. Аз вече знам кокошка.
А английский вообще я не знал. Английский вообще не знаю. Я в школе немецкий учил. В училище учих немский. В институте немецкий учил. В институте също немский. Английский вообще не знал. И вообще не знаю английский. И когда мы там оказались? И когда-то все узовахме там? Там рядом ни одного русскоязычного, нет русского человека. Да, и там нямаше ни один русскоговорящий. Никто человек. Не говорит по-русски. Никто не говорит по-русски. Говорит по-английски? Говорят по-английски. Или по-испански? Или по-испански. Или вот там корейская церковь, знаешь? Или пак някаква корейская церква. Я говорю, у меня только лицо корейское. И моето лице корейское. Я и корейский не знаю. А си корейский не знам на всичко отгоре. И вот ходим мы с женой. И ходим с женами. А там гораздо жарче, чем здесь. А там и доста по-топло, отколкото тука. Да? Жарче, да? Жарче. Жарче. То есть... Доста по-топло, отколкото тука. Сейчас там где-то 31 градус. Там сега е около 31 градуса. А летом 35 под 40. А пък лятно време стига до 40 градуса. И вот мы ходим. Ние ходим. И я говорю, Бог, зачем я здесь? И питам, Боже, защо съм тук? Ни одного русскоязычного нет. Няма нито един русскоговорящ човек. Я же пастор. Ами аз съм пастор. Зачем я здесь? За какво съм тук? И Бог мне говорит. И Бог ми отговаря. Помни об Израиле. Помни за Израил. Какой Израиль? Каков Израиль? Евреи. Евреи-то? Конечно, здесь 30% тоже евреи сидят. Макар, че тук виждам между вас 30% сте евреи. Только вы прячетесь. Само, че ви се криете. Я не прячусь. Я знаю точно. Я не прячусь. Аллилуйя. И вы знаете, я должен был ехать в Израиль. И я бях должен да отида в Израил. И мне с одного нашего филиала. И един от нашия филиал. Салматинского филиала верующие купили авиабилет в Израиль. Да, и от Алмата един купил билет за Америка. И ко мне приходит Италия, один, да. Ко мне приходит один корейский верующий. А при мен идва един корейски вярващ. И говорит. И казва. Помолитесь за меня. Помолите се за него. Я помолился. А се помолих. Потом он говорит мне. После той ми казва. Я слышал, ты в Израиль собрался лететь. А, ти се готвиш за Израил да отидеш. Я говорю, да. Я сказал, да. Он мне говорит. Той ми казва. Ты не можешь выезжать из Америки. Ти не можешь да излезеш от Америка. Я говорю, почему? Защо, казвам аз? Он говорит, ты же помощь получил? Ами ти получи помощь от Америка. А мы вот эти карточки только как вчера получили. Така се случи, че тези талончета бяха вчера току-що получени. Мы ни одного цента еще не потратили. Ние не бяхме похарчили нито един цент. И я говорю, да, мы вчера получили вот эту помощь. Да, ние получихме вчера тази помощь, верно е? Он говорит, поэтому ты не можешь ехать в Израиль. Затова ти не можеш да отидеш в Израил. Я снова спрашиваю, почему? Я пак го питам, защо? Он говорит, если ты вылетишь из Америки, ако ти сега излетиш от Америка, тебя лишат этой помощи. А там ще ти ударят печат, че ти си получил помощ. Лишат, заберут помощь. А, да, да, извинявам се. Заберут помощь. Звука върви на там и аз не чувам добре. Потому что эту помощь дают только нищим. Защото тази помощ се дава на най-бедните. Он развернулся и ушел. Той се обърна и тръгна. Я зашел в комнату. Аз отидах в стаята. Где мы жили. Я сел на кровать. Седнах на леглото. И у меня слезы потекли из глаз. И слезы тръгнаха от мене. Я говорю, Бог. И казвам, Боже. Меня назвали нищим. Мен ме нарекоха сиромах, беден. Я говорю, да, у меня ничего нет. Да, такая, аз нищо нямам. Но меня в семинарии учили, что наш Бог самый богатый Бог. Но в семинарията са ми учили да знам, че моя Бог е най-богатия. Меня в семинарии учили, что мой Бог – это мой отец.
Там ме учиха, че Бог е моят баща. И он отдаст все своим детям. И той ще даде всичко на децата си. И даже сына своего отдал. И даже сына си даде. Когда я прочитал Библию, когато прочетах Библията, я сам увидел здесь. Сам го видях това. Бог говорит, земля. Бог и все, казал, что наполняет ее. Той каза, земя и тя се изпълни. Это Господне. Това е Господ. Бог говорит в Библии. Бог казва в Библията. Золото. Злато. Серебро. Сребро. Все мое. Всичкото това е мое, казва той. Я говорю, но твой сын нищий. А пък твоят син се оказва, че е беден, сиромах. Значит, и ты нищий. Значи и ти си беден, сиромах, казах аз. Я плачу. Аз плача. И говорю, твой сын нищий, значит, ты мой отец тоже нищий. Аз, ако съм беден, значи ти като мой баща си беден. Значит, мне, меня обманывали. Значит, мен са ме лъгали. Значит, Библия обманывает. Значит, Библията лъже. Значит, я тоже обманывал людей. Значит, аз също лъжа хората. Если я сын твой нищий, ты тоже нищий. Ако аз съм нищий, значи всичко е сиромашко, бедно. И Бог мне говорит. И Бог мне говорит. Да, и Бог ми казва. Я не изменился. И той ми каза, аз не съм се променил. Я говорю, да, Бог, ты не изменился. Да, да, Боже, ты не си изменил. Да, я верю. Аз вярвам. Ты вчера, сегодня, вовеки тот же. Че вчера, днес и утре ти си непроменим. Ну что ты хочешь сказать? Какво искаш да кажеш това? И Бог мне говорит. И Господ ми казва. Каким я был с тобой в Казахстане? Такъв какъвто бях в Казахстан. Таким я буду с тобой и в Америке. Такъв ще бъде и в Америка с тебе. Каким я был с тобой в Казахстане? Такъв какъвто бях в Казахстан. Таким я буду с тобой везде. И навсякъде ще бъда такъв. Куда бы ты ни пошел по моей воле. Независимо от това къде ще отидеш. Я заплакал. И аз заплаках отново. И я сказал, прости меня, Иисус. И аз му казах, прости ми, Господи Иисус. Я позвонил женщине, которая помогала мне оформлять эту помощь. Да, позвоних на жената, която ми даде помощта, да оформим помощта, помощните талоните. И я сказал, ты можешь подъехать? И аз си казах. Подъехать. Ага, можешь ли да дойдеш при мен? Она подъехала. Тя дойде. Она сама раньше работала в этой социальной помощи. Тя и по-рано работеше в тези социалната част. И я ей говорю. Аз и казвам. Позвони, пожалуйста, в этот социальный отдел. Позвони, ако обичаш, в социалния отдел. Когда мне можно приехать к ним? Кога мога да отида при тях? Я хочу отказаться от этой социальной помощи. Искам да се откажа от това, което са ми дали като социална помощ. Эта женщина прожила уже на это время 12 лет в Америке. Тази жена през това време беше около 12 години живот в Америка. Она на меня смотрит. Тя ме гледа. У нее глаза вот такие. Ей такива очи отвори. И говорит, пастор. И казва, пасторе. А на что вы будете жить в Америке? А на какво ще живеете в Америка, ако се откажете от тази помощ? Это вам не Казахстан. Това не ви е Казахстан. Есть человек. Има човек. $1000 получает в месяц. Получава $1000 в месец. Он нищий. И той е беден, сиромах. Он даже квартиру не может снять на эти деньги. Той не може тези да отиди да ги свали, да ги изтегли. Она говорит, вы подумали хорошо. Ви помислихте ли добре? Я говорю ей. И аз си казвам. Если я из Америки не могу ездить в Израиль. Ако от Америка не мога да пътувам за Израел. Я не хочу жить в Америке. Аз не искам да живея в Америка. Она позвонила. Тя позвони съответно. В этот социальный отдел. В социалния отдел. И говорит, тут один человек хочет отказаться от помощи. Тук един човек, има тук един човек, който иска да се откаже от социалната си помощ. Когда подъехать можно? Кога той може да дойде при вас? А там говорят. А там казват. Ему не надо ехать. Той не трябва да идва. Пусть только назовет социальный номер свой. Нека да си каже социалния номер. У вас тоже есть социальный номер, нет? В Болгарии. Социалния номер да си назове. Не знаем какво е това, може би паспорт или какво. А като нашето егине подобно, да. Ну, неважно. Social Security Number.
Я называю свой номер, жены номер. Аз назовах своя номер, както и на жена ми. И там говорит, окей. И так казват, окей. Cancel. Свършено е. Все, закрыли. Всичко е затворено, свършено е. Закрыли помощь. А, да, затвориха, отказаха помощ. Закрыли всю медицинскую страховку, потому что все там. Всякакви там медицинские застраховки. И я говорю, спроси, куда вот эти деньги деть, которые нам уже дали? Ами, аз казах, какво да правим с тези пари, които вече бяха дадени в нас? Нам за полмесяца дали 350 и 350. За половин месец 350 и 350 не дадаха. Там говорят, мы не можем уже обратно принять. Ами, ние не можем да ги върнем вече обратно. Вы, это ваши, вы можете их потратить. Това са вашите пари, вие можете да ги харчите както искате. $350, на которые продукты покупать можно. 350 само да се купуват продукти може. Мы кормили небольшую, ну, ячейка была так на богослужении. А да, ну на богослужението имаше така една групичка, група. И все эти деньги на продукты, чтобы церковь кормить. Покупали. Да, и там се разбрахме да купуваме продукти. А эти $350, которые на промтовары, мы пожертвовали в церковь. А тези $350 мы не потратили ни одного цента. Ги посяхме. Я похож на голодного? Приличам ли ви на гладен? Дорогие мои. Скъпи мои. Бог верен своему слову. Бог е верен на словото си. Когда мы поверим в Него, когато повярваме в Него, когда будем искать лица Его, когато ще искаме лицето Му, ще търсим лицето Му, когда будем уповать на Него, когато уповаваме на Него, Он накормит, Той ще ни нахрани, Он напоит, Той ще ни напои, Он оденет, Той ще ни облече, Он будет заботиться, Той ще се грижи за нас. Дорогие сестры и братья, скъпи братя и сестри, я не говорю, что вы должны так же жить, как и я. Аз не казвам, че ви точно така трябва да живеете, да се отказвате. Но я говорю о том, что Иисус живой Бог. Но аз казвам това, че Иисус е жив. И точно так же Он может здесь, в Болгарии, в Варне, творить чудеса и знамения. Точно така и в Болгарии, и в Варна Той може да прави същите чудеса. Вартимей изцелился. Вартимей се излекува. Вартимей стал видеть. Той почна да... Вартимей пошел по дороге за Иисусом Христом. Той тръгна по своя път. Цель должна быть. Защото имаш и цел. Я собираю иногда всех своих детей, ну и у меня двое. Да, аз имам две деца, понякога ги вземам така. Дочери 42 года. 42 години. Сыну 36 лет. Сын? 36. 36. У дочери 3 сына. Дъщеря ми има 3 сына. У сына две дочери, сын. В сына ми има две дочери и сын. Да, трое. Две дъщери и сын. Три. У нас 6 внуков. Имам 6 внука. И я их собираю всех. Аз ги събирам всичките. Маленькая еще не понимает. Мъничкия не може още да разбира. Ей 4 года всего. Не, 4 годинки. Но она все равно сидит с нами. Но въпреки това тя стои с нас. И я им говорю. Аз им казвам. Мы приехали в Америку не чтобы жить. Ние не дойдохме тук в Америка, за да живеем. Мы приехали в Америку, чтобы служить Богу. Ние дойдохме в Америка, за да служим на Бога. И они все знают. И всичките те знаят. Старший внук, как я вам говорил. По-възрастния, както ви казах. Он лидер възхваления. Той е лидер в хвалението. Мы открыли две церкви там. Ние открихме там две църкви. Вот. Второй сын дочери и младший сын. Втория син на дъщеря ми и по-младия син, по-малкия. Они вот на проекторе, ето на компьютере. Те са тука на компьютера. Высвечивают да все, показывают. Да, показваме тука на компьютера. Убирают. Те чистят. Вы вообще убираете здесь? А вие чистите ли тук в църквата, смисъл? Полы моете? Миете ли тука подовите? Или только жена пастора мое? Или само жената на пастора мие тука? У сына? При сина ми?
Старшая дочь, ей 11 лет. По-голямата дъщеря 11 години. И младшая 4 годик. Най-малката е 4 години. Ну, я увидел, у нас там еще есть юльтон. Юльтон – это движение показывает. Да, там, където показват ютон движение. Вот они танцуют. Те танцуват по тези, нали, показни. Сын, которому 9 лет. Внука, смисъл, който е на 9 години. Он вот как Мария на барабанах. Той е като Мария на барабаните. Тоже во второй на барабаните. Все служат. Всичките служат. Все служат, слышите? Всички ти слушат, чувате ли ме? Дорогие сестры и братья. Скъпи братья и сестры. И Бог заботится обо всем. И поради това Бог се грижи за всичко. Он исцеляет. Той исцелява. Он питает. Той храни. И самое главное, Он никогда нас не покидает. И най-важното е, че никога не ни оставя. Вы верите в такого Иисуса? Вярвате ли в такъв Иисус? 5 лет назад. Преди 5 години. У моей жены признали рак. Казаха, че жена ми има рак. Мы были в Израиле. Не бяхме в Израил. И вы же понимаете, что еврейские врачи, еврейская медицина одна из лучших. А вие всички знаете, че израелската медицина е една от най-добрите в света. Она почувствовала недомогание. Тя усети така недостиг на сили. Изнемощение. Сделали обследование. Направиха изследвания. Израелските врачи сказали рак. Израелските лекари също казаха, потвърдиха рак. Мы вернулись в Америку. Върнахме се в Америка. Супруга пошла на обследование. Жена ми отиде на обследване, на изследване. И доктора сказали рак. Заключението на лекарите беше рак. Срочна операция. Срочно да се оперира. Ее прооперировали. И те оперираха. И доктор говорит. И доктора казва. Вам нужно получить 25 облучений. Вие трябва да получите 25 облъчвания. 25. 25. Моя супруга говорит. Моята съпруга казва. Мы снова улетаем в Израиль. Не отново отивам в Израиль. Доктор говорит, хорошо, после того, как вы приедете, давайте начнем эти 25 сеансов. Хайде, като сте дошли тук, да започнем тези сеанси, да почнем да ги правим. Мы улетели. Ни пак излетяхме. Буквально в первый же день, когда прилетели в Израиль. Първия ден още, когато... А разница часов большая. И там разликата, часовата разлика е голяма. Вот как с вами. Като с вас така. Это 9 часов где-то. 9 часа е разликата между. То есть у вас день, у нас ночь. Когато при вас е ден, при нас е нощ. И обратно. И мы прилетели. И ни излетяхме, полетяхме. 15 часов лететь надо в Израиль. 15 часа летяхме, за да стигнем до Израил. И к вечеру я уже заснул. И вечерта, разбира се, аз заспах. На часов 8-9 я уже заснул. Я вече не мог уже. 8-9 часа бях заспал. Не можех повече. Но где-то около 2 часов ночи я проснулся. Но около 2 часа през нощта се събудих. Ну, во-первых, уже выспался. Като че ли си бях наспал. И я проснулся и вижу, жена моя сидит на кровати. И виждам, че жена ми стои на леглото. И плачет. И плаче. Я говорю, что ты плачешь? Я се питам, защо плачешь? Она говорит, я упустила шанс прославить Иисуса Христа. Защото изпуснах момента, в който да прославя Иисус. Я говорю, какой шанс ты упустила? Какъв шанс изпуснала? Она говорит мне. Тя казва. Когда доктор сделал операцию. Когато доктора ми направи операцията. И пришел в палату ко мне. И дойде в стаята ми. Он знал, что моя жена верующая, она жена пастора. Той знаеше, че тя е жена на пастор. А он сам по национальности индус. А той по националности индиец. 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 Потому что там есть индейцы, а есть индийцы. Индус. Ну, лучше, да, окей. И он говорит. И той казва. Когда я делал операцию. Когато аз правих операция. Как будто бы ваш Бог.
като че ли вашия Бог закрил все пути и затвори, отряза всичките пътища для раковых клеток, чтобы они попали в лимфоузлы. Да, за да не попаднат, да не излезат извън на определеното място клетките, раковите клетки. И он ушел. И тръгнал. А жена говорит, я сейчас читала Библию. А пък аз, ночью. Да, аз четох Библията през нощта. И Бог в книге Откровения. И Бог в Откровенията, книгата на Откровение. Говорит, если я закрою, и никто не откроет. И ако аз закрия, никой не може да отвори. И она говорит, Бог через этого доктора уже мне сказал. И через това Бог ми каза. Никаких облучений не надо делать. Никакви облъчвания не трябва да се правят. Он уже закрыл Той все дороги. Той вече закрил това. И она плачет. Затворил, и тя плаче. Я говорю, послушай. И аз си казвам, слушай. Но ты же еще не приняла ни одного сеанса. Но ти не си направила нито един от сеансите. Ты не упустила шанс. Ти не си изпуснала този шанс. Если ты веришь в это. Ако вярваш в това. Пиши письмо доктору. Напиши письмо на доктора. И скажи, я отказываюсь от этих облучений. И ему кажи, что ты си отказываешь от тези облъчвания. Она позвонила дочери. Тя позвони на дъщеря си. И сказала, мила, напиши доктору письмо. Мила, напиши письмо на лекаря. Что я отказываюсь. Че аз си отказвам. От всех этих облучений. От всичките тези облъчвания. Дочь написала письмо. Дъщеря ни написа письмо. И буквально через полчаса дочь звонит. И буквально след половин час тя звони дъщеря ми. И говорит, доктор тут же ответил. Ами Бог веднага отговори. И пишет, мадам Ки Марина. И мадам Марина Ким. Это ваше право. Това е ваше право. Принимать облучение или не принимать. Да приемите или да не приемите облъчването. Ну, там медицина другая, понимаете? Там, разбирате ли, по-друга медицината. Там, как человек хочет, так и будет. Там е както иска човек, това прави. У нас же там раньше, где мы жили. А по-рано там, където ние живеехме. Доктора всегда говорят, надо тебе это да, сделать все обязательно да, и так далее. Там не заставиха така, накарат те лекар, обязательно трябва. Там свобода. А там е свобода. Как в Булгарии. Като в България. Аминь. Амин ли? Амин. Дорогие мои. Скъпи мои. Иисус не изменился. Иисус не се измени. Не се Если не ты сейчас болен, Он хочет тебя исцелить. Той иска да ти излекува. А если у тебя есть проблема, Ако имаш проблем, Он хочет помочь разрешить ее. Той иска да разреши проблема. Если у тебя есть какая-то нужда, Ако имаш някаква нужда, тебе что-то надо, И ти трябва нещо на тебе. Он хочет тебе помочь. Той иска да ти помогне. Я не знаю, как Геннадий Анатольевич. Аз не знам как Геннадий Анатольевич. Можем молиться? Не можем? Можем, можем ли вече да се молим? Бог нелицеприятен. Бог не... Не смотрит на лицо. Да, Бог не гледа на лице. Он смотрит на сердце. Той гледа на сърцето. Если он... Ако той... Вот такого жёлтого. Е такъв като мен и жълт. Вот такого узкоглазого. Такъв узкоглазен, тесно, вот такого толстенького чички, исцелил, да, ми е излекувал, то тем более вас, още повече за вас, таких красивых, такива красиви, таких беленьких, такива белички, таких статных, такива, фигуристых, да, фигуристы, статни, такива с хубави фигури, ще ви изцели. Он исцелил слепого Вартимея! Ами той исцели Бартуей. Он исцелил дочь женщины Хананеенки. А той исцели дъщерята на... Он исцелил прокаженных. Да, той исцели богатия. Тем более он вас исцелит. Колко повече вас. Он из простых рыбаков. Той, да, из простых рыбаков сделал великих апостолов. Да, от обикновените рибари направи велики апостоли. Он может все сделать для вас. Всичко може да направи за вас. България. България.
Ты забыла, что ты орел. Забравили, что ты си орел. Ты находишься в этом курятнике. Ты си намираешь во в този курник. И смотришь только на землю. И сам углядишь во взорноту, во храната в смысл. Посмотрите на небо. А погледнете към небето. Сегодня сразу, как пастор Геннадий привез нас на море, като днес пастор Геннадий я не знаю, он обратил внимание или нет. На морето, той обърна ли внимание или не? Я всегда смотрю на небо. Аз винаги гледах на към небето. Мы граждане неба. Ние сме граждани на небето. Мы не граждане земли. Ние не сме граждани на земята. Наша родина небо. Нашата родина е небето. Мы здесь только временно. Тука сме само временно. Мы странники и пришельцы. Ние сме такива странни пришелци. Жизнь быстро пролетает. И живота много бързо премина. И мы вовеки веков будем там. А там веки веков, вечно ще бъдем там. Каждое утро вставайте. Каждое утро просыпаете. Да, всяка сутрин, когато се събуждате. Как только выйдете на улицу, трябва да гледа, смотрите на небо. Да, когато вървите по улицата, да гледате небето. Прошу прощения. Моля за... Да, моля ви. Моля, пожалуйста. Да, пожалуйста. Нет, прошу прощения. Да, да прошу. Да, да, искам... Не прошу, переведи. Прощевайте, в общем. Моля за прошка, прошу прощения. Моля за прошка. Моля за прошка. У вас нечего смотреть там. Какво ще гледате там? Нечего смотреть. Няма какво там да гледате, бе. Улицы не убирают. Улиците не се чистят. Не чистят. Тротуары не чистят. Тротуарите не се чисти. Листья падают. И падат някои. Никто не убирает. И никой не ги чисти. Ну зачем туда смотреть? Ми за какво ти е там да гледаш, дето не е чисто? Смотрите на небо. Гледайте на небето. И тогда крылья появятся. И тогава ще ви се появят крылья. Давайте вот так сделайте, а? Вот так сделайте. А, направете така. Не так. Не так. Вот так. А так. Скажите, я не кокошка. Кажете, аз не съм кокошка. Я орел. Аз съм орел. Помажите крыльями. Аллилуйя! Аллилуйя! Болгария! Болгария! Вставай! Болгария! Вставай! Вставай, мы Болгария! Полетим! Вставай, Болгария! Мы в небесах! Небесах. Болезни на земле! Проблемы на земле! Мы с Богом! Да, не сме временно на земята, а сме с Бога постоянно! Кто сейчас хочет, чтобы за вас помолились? Кой иска от вас да се помоля за него? Вот так, первый ряд, потом второй. И так далее. Первая редица, вторая и так далее. Там кто-то, братья наши, помогите.